Сегодня воскресенье, 11 июля. Буду снимать первый урожай своих помидорок. Вот они у меня уже начали розоветь. Семена брала из своих собственных помидор. Когда-то давно дала мне их Салатия. Я даже не знаю, как они называются. Я называю бычье сердце. Мне они очень понравились. На кусту их много, крупные. Я ими довольна. Сажу еще несколько кустов розовый мед. Вот они у меня, розовый мед, крупные тоже. И хурму. Сажу еще несколько кустиков. И в этом году проэкспериментировала с помидорами Демидов. Вот они у меня. 3 кустика всего. Я их посадила и при посадке полила. И все лето больше не поливаю. Но помидоры стоят, не желтеют. Вот эксперимент. Но они у меня еще маленькие.